Нашла. Мелкими шагами идет она, у нее в ногах что-то сковывает ее сильно. Вышла. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Инту в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Инты поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Инту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса. Доверит. Посмотри, что там в ногах. Они как скованы, у нее ноги, руки, и в ней внутри голограмма где-то. Будем снимать, или она не будет мешать работе сканера? Лучше снять. Хорошо, сканер, просканируй сейчас то, что в ногах находится. Если она связана, то, что в ногах, с голограммой, которая в ней находится, отключая и эту голограмму, выводи ее полностью из биополя вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Пошел процесс. Но не с рук и с ног. Да. Как утяжелители такие сковывающиеся снялись. Они толстые. А голограмма, она вышла как одним тонким телом. Полупрозрачная такая. Отправляю это все в клетку, тюрьму. Больше ничего нет такого видимого? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Инты, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Инты, находит все. На нее демон вышел к этим утяжелителям. Дальше джин, синий. Синий джин. Арахноид. Арахноид есть. Синий дракон. Синий дракон. Да. Какой синий дракон? Посмотри, пожалуйста. 32.11. 32.11. Какой у нас синий джин? 24.28. И какой у нас демон? 13. Демон, как долго ты находишься в этом биополе? 2,5 года. Хорошо. Чья это голограмма? Оболочка. Синий дракон. У тебя есть контракт с ней? Нет. А у демона есть контракт с Ингой? Нет, она не контрактница. Хорошо. И тогда на каком основании синий дракон установил свою оболочку вокруг нее, голограмму эту? Она сделала еще одно тонкое тело. Для чего? Для себя. Она тебе давала свое согласие? Она не знала. Ну, если она не знала, не давала своего согласия, значит, ты пошел против ее воли, нарушив законы мироздания. Тебе это понятно вообще? Я добавил ей еще одно тело. Хорошо, я тебя тоже добавлю впечатлений. Достаю печать дракона и включаю на полную мощность. Пошел процесс. У меня давление идет сильно на него, на его голову. Ждем, пока он попросит. Останови. Выключаю печать. Хорошо, дракон, видишь, что получается, когда делаешь против воли. Она тоже не была согласна с твоим воздействием, тем не менее ты это сделал. Сколько ты находился в этом биополе, дракон? 5 лет. В доме находишься? Да, есть мое присутствие в квартире. Кто еще присутствует в доме Инги из присутствующих? Арахноид. Джин, арахноид. Все присутствуют. Понятно. Кто присутствует в других членах семьи из вас? Над клеткой ответственного загораются маячки. Арахноид, дракон. Хорошо, дракон. Я смотрю, до тебя не дошло мое послание, что надо коммуницировать и отвечать на мои вопросы. Я спросил. Ты не ответил. И что, достать опять печать и оставить ее включенной? Мне больно. Почему ты не отвечаешь на мои вопросы? Я тебя второй и последний раз спрашиваю. Я потерял энергии. Ты еще не потерял, я тебя уверяю. Но это все еще возможно, если ты не перестанешь так относиться к нам. Итак, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Даю команду тонкой копии Инги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе, всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Инге, и усилию потоки в 50 раз. Сколько находился арахноид в этом биополе? 7 лет. Долгожитель какой. Синий джин, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. А реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Инга забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Инга себе обратно, она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Сканер, пока идет реверс, дай мне полноту души Инги на настоящий момент. 100. Хорошо, благодарю. Вот в эту оболочку, там как чувства собраны. Радость, счастье, спокойствие, улыбки. Он изучал ее чувства, а она становилась как пустой. Это дракон? Да.
Эту оболочку он собирал туда чувства, изучал их. Хорошо, мы проверим сегодня, после чистки, так как он в ребенке вместе с арахноидом сидит. Арахноид, ты сказал, и синий дракон сидят в ребенке, да? Да. Понятно, значит, они сегодня останутся. После этого синий дракон познакомится с межгалактической полицией, его проверят, скольки душам он еще подключен, какие злодеяния на нем висят. Мы это все проверим. Ремж закончился. Хорошо, начинаем с вытаскивания того, что осталось. Выходи, ну и вот и начнем с синего дракона. Выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, ничего не забывай. Проверка будет проводиться сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке. А, значит, он вывел плату с горла, которая была подключена к вот этой голограмме сердечной чакры. Как воздействовала эта плата на Ингу? Инту, прошу прощения. Итак, как ты воздействовал? Отток энергии она делала, она как... выталкивала энергию в эту голограмму, как насос. Понятно. Откачивал. Хорошо, он все убрал, Вера? Да. Выходит арахноид, снимая всю свою паутину, вытаскивая иголки, отключайся полностью, возвращайся назад. Готов. Синий джин, тебе выходить не надо, втягивая всю свою пыль, все свои подключки, отключайся полностью, ничего не забывай. Готов. И демон. Выходи, демон, отключайся полностью, снимая все, что ты оставил. Скажи мне, есть лярвы, биополи, инты? Затемнение. Где? Горло? Горло, низ живота, колени, ноги. Хочете затемнение получить? Хочу. Как закончишь? Доложишь, ты все снял, я дам отдельную команду. Закончу. Разрешаете забрать все затемнения, вытаскивай и возвращайся назад. Готов. Даю команду на рассинхронизацию инты с демоном, его артефактами, синим джином, арахноидом, синим драконом и его голограммой. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к инте, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы выходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, прошли проверку. Итак, демон и синий джин, вы точно не присутствуете в ребенке или другом члене семьи? Нет. Сейчас я открываю вам один портал в квартиру инты. Вы соберете все, что вы там оставили. После этого, демон, ты один там или есть черт или бес? Один я. Хорошо, покажешь мне еще порталы, я их закрою. После этого я могу тебе собрать весь негатив в этом доме в дорогу, если тебя интересует. Интересует. Хорошо, открывается портал в дом Инты. 1, 2, 3. И синий джин и демон уходят в этот портал. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо, у нас остался арахноид и синий дракон. Они сидят в ребенке. Арахноид тоже присутствует в доме, да? Присутствует. Понятно. Значит, тогда будем делать чистку. И потом поднимать ребенка, все вытаскивать. Только после этого будут решаться дальнейшие шаги. Итак, выходит эмоциональный фантом Инты. Проецирует. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инта, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Она показывает, как она чувствует. Она крутится медленно и показывает свое сияние. У нас ее куратор в комнате. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора Инты. Представьтесь, пожалуйста, как вам обращаться. Приветствую всех в этом пространстве. Маркуш, можете звать меня. И я ненадолго, лишь помочь этой душе не делать дальнейших ошибок. Пожалуйста, уважаемый Маркуш. Я хочу донести и напомнить этой душе ее происхождение. Это солнечная душа, без чувств и эмоций, а также их гармонии. Эта душа опустошается. Поэтому помни свое происхождение и не гаси своих лучей и света. Каждый энергетический центр наполняет тебя твоими солнечными энергиями. Планета Земля нуждается в этих лучах и тепле, эмоциях, радости, счастья и смелости. Благодарю. Это важно. Это то, что я хотел передать. Благодарим вас, уважаемый Маркуш. У Инты есть возможность обратиться к нам. Мы с удовольствием организуем ей встречу с вами, где она может задать 10 вопросов к вам касательно своего духовного развития. И я думаю,
Когда она будет готова, она, безусловно, об этом сообщит. Еще у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики, вы о ней не знали. Каждому куратору или учителю, который нас посещает в этой комнате диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения уважаемого куратора Маркуша, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его слова, просто на добрые воспоминания об этой встрече. Моя солнечная душа чувствует теплую атмосферу и благодарит вас за этот великолепный прием и подарок. Во благо. Я говорю, до скорых встреч, мы не прощаемся, когда будет возможность, тогда и встретимся. Во благо. И рассинхронизируйся, Верочка. Готов. Хорошо, Инта, мы закончили вашу чистку. Вас навестил сегодня ваш куратор Маркуш, который передал для вас очень важную информацию. Как вы себя чувствуете? Вы нам уже показали, энергии сияют, и это очень хорошо. Сейчас мы будем поднимать в эту комнату диагностики вашу дочь Адриану и приступим к ее чистке. Мы на месте. Мы приветствуем Адриану, она идет к маме. И спрашиваем у мамы разрешение на диагностику и чистку Адрианы. Мама дает согласие. Хорошо, визуально есть что-то, Вера, что мешает? Нет, ничего не мешает, я просто вижу, кто в ней. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Адрианы, под ногами 360 градусов вокруг нее. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Адрианы, находит все. На ней выстраиваются каналы к арахноиду. Есть. Дракон. Есть. И бес у нее еще все. И бес. Какой бес? 8. Сколько ты находишься без в этом биополе? 4 года. А чего ж так долго? В квартире ты есть? Выхожу, захожу. Понятно. В квартире наблюдаю. Ты... В квартире есть. Мы рисуем в квартире. Странно. Я наблюдаю. Я спрашивал демона 13 герцово, есть ли кто-то в квартире, кроме него. Он сказал, что он один в квартире. Поэтому я не понимаю, как ты 4 года находишься в этом биополе. Ты точно есть в квартире? А ты веришь всему, что говорят демоны? Нет, не всему верю, конечно. Просто я буду собирать там негатив в этой квартире. И хотел отдать тому, кто мне покажет портал. Демон сказал, что он один, не хочет ни с кем делиться наверняка. Может быть так? Пусть подавится. Ладно, хорошо, поехали. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Адрианы спроецировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. А что вы там рисовали, бес? Ты сказал, мы рисовали. Она рисует? Много что. Разные линии и изгибы. Это тебе нравится или это ей нравится? И что эти линии дают, рисование их? Образы. Какие образы? Может, ты все-таки начнешь коммуницировать? Разные образы, рисуя линиями, мы заканчиваем предметами и картинами. Тебе нравится рисовать или это связано с какими-то добычей энергии? Мне нравится так передавать информацию. А какая информация? Без энергии не обходится. Это верно. А какую информацию в этих картинах, в этих рисунках? Наверняка, что ты не ангелов рисовал с ней, правильно? Разные воспоминания. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Адриана забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Адриана себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Готово. Хорошо. Реверс закончился. Начинаем тогда. Вот с арахноида и начнем. Выходи, арахноид, снимай всю свою паутину. Потомства нету. Иголки вытаскивай. Ничего не забывая, возвращайся назад. У него в волосах как защипы какие-то стоят. И что она ощущала от этого? Прыгали мысли с одной на другую. Ну вот это вот он и переключал их таким образом. Все снял. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои подключки, отключайся, возвращайся назад, приступай. У него небольшой круг. Круг. В горле между чакрами, горловой и сердечной. Что ж ты опять сделал, синий дракон? Что это за круг? Это небольшая голограмма, которая будет разрастаться. Смотри, ты уже 2 души захватил против их воли. Снял. Бес, выходи, отключайся полностью, снимай все свои подключки, возвращайся назад. Скажи мне, есть затемнение где-то в Адриане? Лярв у нее еще не должно быть в таком возрасте. А от чего там? От рисования или от чего-то другого?
Или они связаны были? Показывает, что они мысли в голове связаны с руками. Ты хочешь получить это затемнение? Чего? Значит, когда закончишь, доложи мне, я дам тебе отдельную команду. У него как лента по ногам завязана, он их снял. Хорошо, разрешаю тебе забрать затемнение. Забирай, возвращайся назад. Он какой-то артистичный, я бы сказала. Без? Да, он говорит воспоминания, он имеет в виду свои. Скажи мне, бес, ты был человеком или ты первородный? Я скажу так, жил на земле. И как давно это было? Давно, недавно. Ну, для тебя время. 1510 умер. Ты был художником? Скульптором. Скульптором. И что случилось? Как художником. Ты попал? Художником. Много направлений изучал. Вот как. Интересно. И почему ты попал в этот мир, в котором ты сейчас живешь? По контракту или что-то было другое? Контракт. Творить мне помогали. Ну хорошо, так контракт ты мог отработать. Но ты же мог уйти из этого мира, в котором ты сейчас находишься. Или ты не захотел? Ты решил остаться там, как бес? Отрабатываю. Контракт был на душу. За душой пошел. Понятно. И сколько тебе еще отрабатывать, когда у тебя шанс появится? Шанс есть всегда. Вопрос в том, как отрабатывать. Это тоже верно, да. Согласен. Хорошо, снимай это затемнение. Готово. Я тебе еще отдам, покажешь мне в доме порталы, я демона оставлю и дам тебе половину этих энергий за информацию. Устраивает? Устраивает. Хорошо. Итак, даю команду на рассинхронизацию Адрианы с арахноидом, синим драконом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Адриане, помогая моей энергии отсигнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, все прошли проверку. Беса интересует эмоциональный фантом? Интересует. Выходит эмоциональный фантом Адрианы, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии, ей же сгенерированные, проецируются на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. А серые тяжелые клубы вышли. Адриана, эти энергии ты сама сгенерировала, ты готова от них отказаться? Да. Сворачивай энергии в шар, бес забирает? Да. Отправляю бесу. Готово. Сейчас я открою два портала. В один идет бес, во второй идет арахноид. Давай, наверное, решим сейчас сразу и синим драконом. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую тебя, Ли. Будь любезна, посмотри, пожалуйста, у меня синий дракон здесь 32.11. Был к матери подключен 5 лет. Еще подключен к ребенку. Из ребенка круг в горле вытащили, а из матери вытащили голограмму. Как тонкое поле личное. Он ее установил. Мне кажется, за ним что-то есть. Посмотри. Заберем на проверку. Благодарю тебя. Все, что тебе не нужно, его артефакты, голограммы? Нет. Под артефактами открывается воронка в галактическое ядро. И голограммы вместе с... Там у нас еще утяжелители демона остались. Они, все это уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Надо будет платы не забыть снять в квартире дракона. Хорошо. Итак, открывается два портала в дом Адрианы. 1, 2, 3. В один уходит бес, во второй уходит арахноид. Закрывая, печатаю, растворяя оба портала. Готово. Поехали дальше. Поехали по частотам. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Адриана, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь? Уверенно и внутренне спокойно. Отлично. Сейчас мы будем возвращать тебя назад в твою систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план, и потом вернем маму, а потом почистим ваш дом.